Наши тренера приготовили небольшие сувениры. Вот эти два пояса, это чьи? Эти два пояса вам в дар дарит чемпион мира, Европы, чемпион России по кикбоксингу Вадим Часовских. Ему большой привет. Подожди, это личные пояса? Да, он их заслужил. Все понял, все оценил. Абсолютно убежден, что подобные вещи, а, в музее «Поле чудес» храниться не могут, второе, из дома их выносить нельзя. Поэтому верни с благодарностью. Держи. Хорошо, верни. Верни с благодарностью. Это заслужено потом и кровью. О, ух ты! Неплохо. Неплохой у вас ударчик. Были когда-то и мы рысаками, но осталось же еще чего-то.